В первую очередь сотрудники полиции обеспечили безопасность школьных линеек. Кроме штатных сотрудников, в мероприятиях были задействованы более 260 представителей общественных объединений. Это казачьи патрули, частные охранные предприятия и добровольные народные дружины. За несколько дней до праздника все школы города прошли проверку на антитеррористическую безопасность. В проверке школ участвовали участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и кинологи. Сотрудники госавтоинспекции проверили состояние подъездных дорог, светофоров и ограждений. Особое внимание стражи порядка обратили на безопасные маршруты для первоклассников, которые должны быть оснащены дорожными знаками и разметкой. Много чего полезного, интересного написано.